Всем добра, Жека на связи. Ну что, последняя игра мы проиграли. Очень грустно. Я этому расстроен, конечно. Но будем продолжаться, не будем сдаваться, да? Надо собраться, ребята, надо собраться. Это, мне кажется, что игра у меня зависла. Попробую перезапустить. Ну, вроде поражения не добавили, не знаю. Но, блин, мне это очень не понравилось. Будем надеяться, что это какой-то глюк был, да? И мне попозже это поражение не зачислят за то, что игра зависла. Потому что, в принципе, от Blood Bowl 3 и цианидов это вполне можно ожидать. Будет очень неприятно получить поражение третье, да? Ни за что. Добро пожаловать, поклонники спорта. С нами Джим Джонсон. И против нас эльфы. Маппет. У него 7 болельщиков на секундочку. Это очень много. Фонд команды, да? То есть мы легче получается, раз у нас мелких расходов нет. Хотя не, он еще подготавливается. На 5000 он всего лишь дороже меня, так что я ничего купить не могу. Погнали. И ты посмотри, я монетку выиграл. Ну что, пускай он нападает. Да, пускай он атакует, а я уже потом, да, так сказать. Погнали. Те же самые крысы получаются, да, только еще хуже. Из плюсов... Ну, в принципе, какие плюсы? Так что к отношению прибавляется менедж саммер мальчик, бла-бла-бла. Если опрокинутый оглушен, да? Оглушили, замечательно. Так вот, по поводу того крысы, да? Здесь у нас у всех четвертая сила. Нету двух сильных игроков. Первый рерол он потратил, да? Ну, крысам два рерола хватило, в принципе. Здесь вот эти ребята, блицеры с сайдстепом и уклонением, они трехсильные, у крыс двухсильные, да? Ну и разница лишь в том, что бигая нету у эльфов. Соответственно... По идее, мы должны лучше жить. Но тут просто марчим. Полный контакт сейчас будет. Что это у тебя? Подкат, да? Прям по жесткачу будет. Тебя мы толкаем, да? Начнем вот с этого товарища. Будем вставать в упор и прям вообще жестить по максимуму с ребятами. Бах, ударили сюда. Ну да, он сейчас будет эти забегания делать. Мы это все, конечно же, будем купировать. Понятно. В принципе, мне вообще пофигу. Пускай забивает. Я готов пропустить. Сразу же. Да? Одним кем-то мы побежим, естественно, на мяч. Чтобы он тут не расслаблялся. Скорее всего, тобой, да? Вот у тебя как раз толстый череп. Понятно у него тут, в принципе. Это уже интересней, конечно. Но никто не успевает, да, до мяча. Ну, тебя поставим, чтобы он не расслаблялся. Видим безумие, да, то есть с краю нам вставать противопоказано. Давай здесь припрем тебя. Спокойно бьем здесь. Повалили, да, отлично. Не пробили, не отлично. Встаем таким образом. Тролль у нас что делает? Тролль встает здесь.
троллю и тут хорошо, да? То есть тебя марчим. Тебя закрываем. Дальше. Что еще можем сделать? Тебя помарчить или не стоит? Тебя... Допустим, закроем, да? Можно тебя закрыть пяткой. Тобой посередине, да, встанем? Как будто бы мы ему даем здесь удар, да, здесь удар. Ну и хрен с ним, пускай бьют. Ну смотрим. Что он куда? Ну он да, сюда скорее всего будет бить. Безумием. Тролль, к сожалению, не дает ничего. Шестерку сразу выкинул, да? Ну окей, добежишь сюда дать ассист, добегаешь. Нам надо стараться как можно чаще бить. Седьмая броня, да, опять. Ну, тактика плюс-минус та же самая, что и против крыс. В идеале вот этих двух убить, да, товарищи, но у них третья броня. Ой, тьфу, третья броня, третья сила. Хрен ты их пробьешь. Смотри, что делает. Я бы сюда залетел, на самом деле. Стальные нервы, да, вот это ловля меча. То есть здесь стою и вот так залетаю. Ну, заставляем уклоняться, у него один переброс. Здесь троллем, наверное, ударим. Все у него получилось. Раньше 5-3 куба, да, есть у нас. И здесь буду бить и подбегать. Тут он, интересно, почему решил ассист не давать. Или все-таки даст. Не знаю пока что. Не, все-таки да. Ну тогда у меня тут спокойный, да, проход. Нокаут, да? Здесь будешь уворачиваться или бить тоже? Единичка, интересно. Ну давай встаем так. Помарчим, здесь помарчим, товарищи. Три куба пошли. 2-2-1, да? 1-1-2, да? Стоит ли перебрасывать? Что, у меня три рерола, в принципе, второй ход. Не уверен, что я стоит перебрасывать. Я хотел здесь ударить и воина подвести. Ну, самое главное я сделал, да, то есть... Единственное, что здесь вот только не увернулся. Остальные все телодвижения я совершил, по большому счету. Тут бы ударил, да? Если бы не валил, двигал бы сюда, бил бы еще здесь. Вставал бы вот троллем и воином здесь. Контрил бы этих двух эльфов. Тебя бы ставил здесь, и довольно-таки сложно его повалить бы было. То есть ты хочешь по воину, да, ударить? Ну давай.
Так и так, еще не жадно. Ну да, проблема вот это. Он так играет нагло, потому что нету давления на мяч. Ну а что я могу сделать? Где это давление возьму, да? Ну неплохо, окей. There's only one word to say about this, Bob. Not a word, Jim. A sound. Crutch! That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Здесь удар будет. Проблема у меня с этим, блин. Этого воина я хочу вперед отвести. Козлом не подошел. Но ему тоже, конечно, не везет ужасно. Прям вообще нереально не везет как-то. Давай пробуем. Отлично, повалили. Наконец-то воина подведем, да? Здесь тролль, тролль ничего не может. Вопрос, куда блицевать? В принципе, наверное, вот так вот я блицану. Здесь еще одного подведу только. Давай, блицуем здесь. Наконец-то мы начинаем бить, да? Не только нас, но и мы. К сожалению, этого недостаточно. Дальше склавцы давай зарядим. Точнее, СМБ. Увы, но нет. Тогда ударим блоком. Повалили, да? И здесь блок, чтобы рядом он остался стоять. Но не пробили, да? И вот здесь. Вот если я так встану, ты раз толкнул. Да, то есть толкнешь сюда. Подожди, ты бьешь. Толкаешь сюда раз. Толкаешь сюда два. То есть вот таким образом надо вставать через рывок. Если рывок не срабатывает, мы, наверное... Слушай. Не, давай помарчим все-таки. Если он будет нас пытаться вытолкнуть, да, то это ему минус 2 игрока. И, в принципе, такое себе. Видишь, если бы в прошлой... На прошлом ходу у меня бы здесь воин стоял, он бы использовал... Реролл, переброс, чтобы подобрать мяч. А так как никого давления не было, он себя очень вальяжненько чувствовал. И это на самом деле проблема. Тролля, может, все-таки сюда надо было, да, ставить? Чтобы была возможность ударить. Это ошибочка получается. Да, почему я его назад? Ну, я назад поставил, чтобы вот этих ребят всех помарчить, да? То есть раз, два... 3, 4, 5 не добегает. Ну да, вот он начинает. Но с другой стороны, тогда ему сюда надо толкать, да? Потому что здесь уже один куб у него будет. Если бы он этого товарища, ну, если бы хотел выталкивать, то ставил бы он бы вот на эту клетку. Чтобы налево один удар, второй удар сюда выталкивал бы. 6 плюс работало, да? Тут у тебя есть уже какие-то проблемки, да, вроде вырисовываются. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда тролля поставить вообще было бы неплохо, конечно. Ага, блокирует мне воина. Но теперь зато козел проходит. Слушай, ну я могу раз, два, три. То есть раз, два, три. В тебя ударить, да, под клавсу, если что. Подвести. Сейчас прикинем, что почем будет. Скорее всего. Да, он повалил. Здесь мы уклоняемся как-нибудь, помарчим кого-нибудь. Может, и не будем марчить, может, просто тут встанем, да? Видишь, он двух игроков потратил. Блицует, да? Что ж, повалил, неприятно. Ну, он встал так красиво, да? То есть тролль прямо сейчас идеально встает.
тролль сейчас их зажимает, но он, скорее всего, куда-то уведет. Но в любом случае, троллю тут будет где размяться. Ну и что тут? Смотри, вот раз, ой, два, три. Ну, естественно. Конечно же, да, это у нас кто? Это у нас пятка. Раз, два, три, четыре. Вот сюда встаем. Блиц у него был? Блиц у него был. То есть сюда мы бьем. Сейчас зажмем мы всех этих ребят. Подобрал, да? Ну, понятно, что сюда был пас. В принципе, логично. Двойку поймал. Дальше что ты делаешь? Куда? Сюда куда-то встаешь? Или даешь пас и забиваешь? Выбил мне два игрока. Интересно, конечно. Девки пляшут пока что. Раз, два, три, четыре. Ну, тут хрен знает. Раз, два, три. Так, кстати. Долго думает наш противник. Две минуты уже потратил. Да, будет пасовать. Что, тролль поймает? Интересно. Давай троллем ловим. Шестерку. Ну. Шестерку кинул. Приколи, тролль, красавчик. Помешать успех. Успех, но не смог поймать, да? Интересно. Ну давай, с чего мы начинаем? Тролль перехватил мяч. Это, конечно, бомба, блин. Это огонь. Шестерка есть. Да. Вопрос, куда блицовать? Как будто бы сюда вот можно блицануть, да? Но лучше, мне кажется, с блоком. Вот с этой точки. С этой, блин, хреново. Подбирать, наверное, воином будем. Ладно, давай с блоком блицуем. Oh, прям чувствовал, да, я подвох. Страшно, на самом деле. Немножко. Везде рывки у меня остались, да? То есть, по идее, вот сюда надо вставать и закрываться. Рерол есть, да? Ну, давай, понеслась. Отлично. То есть, вот... Ну, единственные варианты, как без рывка что-то можно было сделать. Тебя вот тут встаем... Да, чтобы закрыть вот этот удар. Хотя, конечно, тут были у меня и прикрытия. Здесь удар сделать, да, чтобы просто меня не били. На двоечку падаем оба, да? А, не падаем мы оба. Травма, ну... Просто две травмы. Ну, алё, соберись. Серьезная травма. Ну, и... Ладно. У меня запасной просто один был. Но уже как бы, да, минус три. Просто минус три. Как это вообще работает? Давай, Кин держится. Смотри, он не будет. Ну, он правильно, да, в принципе. Ему надо столбы сейчас выставлять. Из хороших новостей. У него тут всего три игрока, да. То есть довольно-таки сложно ему сейчас что-то сделать.
учетом, что он убежал всеми. Лицевать сюда, да, ты будешь? Ну, что-нибудь да мы можем придумать. Да, можем к краю как-то притиснуться. Но к краю лучше не вставать, потому что, ну, потом довольно-таки сложно мне будет. В идеале вот здесь где-то закрепиться, прямо ему на рожу, да, сесть с жопой с мечом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь встать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но это два рывка, да? То есть вообще сюда куда-то. Угу. Посмотри, что он делает. Прям решил всех помарчить, да? Ну, с учетом, что в один куб еще. А, у него этот. Что я говорил? С учетом, да, что у него плюс 3 игрока сейчас, то он может себе это позволить. Что здесь бьем, допустим, да? Если валим, что делаем? Гаденыш мальчик не игроков. Давай хоть ты не увернись, а? Сломайся ноги. А, даже так? Ну хорошо, давай начинаем тут. Подходим. Дальше здесь у нас все равно есть, да? Ну, спасибо и на этом. В принципе, неплохо, да? Что я могу сделать? Здесь как будто вот так надо бить, да? That's a good choice for this play. Прям кубы шепчут, да? 1-2, 1-2. Интересно. Но у него будут, я так понимаю, кубы в мяч, да? Здесь можно ударить. Можно ударить здесь. Красный он может захерачить, да, теоретически. Если я здесь бью. Тролль сюда встает. Можно попробовать уклониться. Так. Здесь рывок, да, будет? Давай посмотрим, что у нас с троллем, во-первых, и тогда уже будем думать. Да, с троллем все плохо. С троллем все плохо, тогда что мы делаем? Мы делаем вот так. Тут бьем. Вначале я вот здесь ударю. Возвращаемся. Бьем здесь. Тут думаем. Тут вообще вот тебя, да, помарчик бы не помешал. Тут у него есть, да, варианты. То есть тролль это клетка не занята. Здесь он бьет, и вот эти все клетки свободны. То есть может дать ассист тут. Два ассиста дает и сюда бьет, да? То есть вот у него два куба в мяч.
Поэтому я троллем вначале пошел, чтобы понять. Но опять же, чтобы дать здесь два ассиста, да, надо дать два ассиста здесь. От удара сюда он отказался уже, да? Ну там сложный удар, конечно. Первый ассист он дал. То есть будет, скорее всего, сюда бить, да? Но неустрашимый у него уже выбит, да? То есть не получится ему неустрашимым залететь и ударить в два куба. Это приятно. И, кстати, если он здесь не валит, то ни о каких двух кубах речи не идет, да? Потому что толкнуть он только сюда может. И плюс он очень сильно сейчас рискует, потому что тут будет развал просто эльфов. У меня раз удар будет, два удара. Давай, пожалуйста, не повали. Это важно. Просто, ну, важно, потому что я смогу ударить, да, просто по лицу. Повалил. Ну, ладно. То есть я бы мог здесь вот ударить, тут ударить, да, и как-то уйти. Слева, посмотри, какой простор. Пошел, да, в красные. Почему не в красный? Откуда? А, вот здесь же ассист. Ну, естественно, да? Что, он еще и реролит? Ну, окей, в принципе. Ну, хотя не окей. Здесь у меня будет удар. Просто пробитие по 10 броне. Мне б так по... Ой, по 9. Мне б так по 7 бы бить, а? Дружок. Что, я бью сюда, тебя выталкиваю, да? И бью с этой стороны козла. Наверное, так. Здесь давай ударим. Ничего не решающий удар. Просто попытаемся прокачаться. А, здесь сайдстеп у него, блин. Но в любом случае мы подойдем к троллю, да? Да, у него сайдстеп есть. Ну что ты думаешь, блин? Сюда, да, ты уходишь? Ну подходим, тогда тут важно троллем ударить. Преследовать, да, преследовать, конечно же. Все смывается, ничего не видно, да? Отлично. Ну и важный удар, да, у нас здесь вот пошел. Давай реролим, естественно. Двоечка устраивает. И отвратительный отскок. Не подбираем, да? Здесь тогда надо бить, в принципе. Подходим. Сколько? Я просто, я не знаю, что делать, вот честно.
У него точно седьмая броня. Где мои пробои? The Guild of Bandits and Affiliated Trade. Что у него есть? Смотри, даешь сюда ассист, бьешь, да, на мяч толкаешь, мяч куда-нибудь отскакивает, подбираешь, забиваешь. В итоге и возня ему это даже на пользу пошла. Я никого не могу повалить, да. Я никого не могу пробить. Прискорбно. Первый уклонился. Кем ты будешь бить? А, ну можешь даже просто оттолкнуть, да? Плюс у него рерол еще есть. Будем надеяться, что может он не подберет, но это очень маловероятно, конечно. И вот этим убегает, да, тут встает. Подбирать мяч, наверное, не стоило, да, пытаться. Можно мне хотя бы 2-3 травмы ему нанести? Чтобы, ну, блин, он мне сделал 2 травмы по 8 броне. Без МБ. Я с МБ не могу нанести одну травму. Ну, что это вообще, блин, за херня? Как это работает? Ну вот сюда, в стальные нервы, да, ты кидаешь? Кем подбираем? Давай тобой. Так, пас не удался. Длинный пас. Давай тобой. Ну я пытаюсь. Да. Попытались, проверяй. Он забил, кстати, да? То есть у меня 2 хода есть. Мы будем пытаться. У меня не встал нокаут. У него полный, да, состав. Ну что, нормально. Ну, есть маленький шанс, конечно, забить. Но он очень маленький. Что нам тут важно? Нам бы пробить по лицу ему, да? Выбить бы игрока. Допустим, в идеале минус 3 делаем. Так, и что там у нас? И не оглушили меченосца. Но я, так как я Blood Bowl знаю, да, то я как бы 2 поставил. 3-3, очень плохо. Ну, вначале с блоком, конечно же. Давай, тут смерть. Вот этот вот бесючий довольно-таки товарищ. А, нет, это сдерживание, это не тот. Тот не встал, да, который... Проверяй. Три куба, да? Давай вначале здесь ударим. Повалил, отлично. Дальше здесь сюда идем. Повалил, отлично. Пробития сегодня не будет, я так понимаю, да? Или все-таки вот хотя бы Fallout нанесет раунд? Я понял тебя. Я тебя понял. Ну что, забегаем? Прям жестко забегаем. Сколько? У меня 2 рерола, да? Пока что неплохо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? У тебя что, проблема с чем? Умение пасовать, да, хреновое? То есть ловить ты можешь. То есть если мы тебе вкладку сделаем...
Нет, вкладку. Допустим, вкладку 67. Ну, 67 неплохо, да? Давай тогда вторым тоже забегаем. Этим надо было более направо, да, брать? Теперь подбираем. И вкладочку делаем. Давай реролим. 1-1. 1-1 это плохо. Да, потому что его валят, и все на этом заканчивается. Даем ассист. Повалили. Еще мяч подобрали. Антис молодец, получил по лицу. Что он собирается делать, интересно? Он прям не верит, что я могу совершить чудо и забить ему гол. Интересно. Я же могу и сюда вкладку дать. Поударить здесь, да? Ударить тут, королем ударить. Здесь кладка. И идем пасуем. Или троллем здесь бьем. Троллем тут. Бьем здесь. Тебя освобождаем. Но ты никуда не добегаешь. Ой. Ну посмотрим, что он придумает. Никого не повалил. Насколько контактная игра была. Сайдстеп, кстати, да, здесь. Повалил все-таки. Травма? Еще одна. Не? Странно. Странно, что не травма. Должна была быть травма. Да, вставай. Вопрос. Бьешь или марчишь? Все-таки решил ударить, да? Ну окей. Подходим, берем, даем вкладку, бежим. Даем мегапас. Смотрим, взяли. Подошли, вкладку дали, да? Вкладку дали. Или просто заброс на дурачка, да? На две шестерки. Тоже как вариант, конечно. Ну, вначале давай здесь посмотрим, что у нас будет. 3-3 у нас тут, да? Как будто бы сюда надо бить. Проблема в том, что я все блокирую сейчас. Если я сюда вот эти две клетки, да, блокирую. Если сюда отталкиваю. Тут троллем бью. Ладно. Да, у меня здесь в один, да, куб. Ну окей, один куб, так один куб. Тут у меня три зато. То есть не слышали мы, не слышали про то, что такое. Пробитие, да? А ты вкладку добегаешь? Да, ты добегаешь вкладку дать, в принципе. А у нас здесь, если...
такой удар, да, один куб. А если вот так, то хреново, да? Ладно, давай пока что здесь так пойдем. Ударим с МБшки. Слушай, а мы вот так, да, мы бьем и забиваем. Да, кстати. Ну давай, понеслась. Супер легендарное забитие у нас сейчас будет. Вначале мы даем пас. Да. Ну что, я могу сказать, надо как-то забить, да, мяч. Не на Bloodball забить. Надо забить мяч и не пропустить. То есть, ну тут мы играем только на ничью. Мы играем в минус одного, да. Но надеемся, что пробой все-таки сейчас пойдет. Жалко, что не в руки залетело, да? Первый, надеюсь, пошел. Надеюсь, что первый пошел. Смотри, блин, мы тут никак ни до кого не добраться, да? Сколько у тебя здесь? 4, да? Давай так встанем. Personal, надеюсь... А, не хватает, да, все равно? Ну ладно. Первый, надеюсь, пошел. Ну давай троллем уже после ударим, да. Первый, надеюсь, пошел. Ну, отлично. Первый пошел, да? Похлопал Fallout сам себе, да, что молодец забил. Чуть прошли вперед. Окей. Одного выбили. То есть мы сравнялись. Вы не думаете, что мы там что-то сверхъестественное, да, совершили? Мы просто сравнялись. Так, кто у нас тут? Давайкин, да, надо Давайкиным чаще блицевать. Ему 3 очка звездности до уровня. Вот эти будут прям портить мне жизнь очень сильно, ребята, прям очень сильно. To join Skink's Fitness Club, all you need to do is sign a 500-year contract. Со своим шагом в сторону. Тут встал, да, в принципе, неплохо. Ударим здесь, ударим здесь. 3-3 меня устраивает. Он перебросил. Ничего себе. А, ему еще и рерол, кстати, дали. Кто не заметил. Тут у меня вопрос, да? Заведется ли тролль?
короля сюда поставим. Сюда ставим тролля. Так, дай подумать. Давай проверяем, встанет ли здесь тролль. Так. Нет, куда? Сюда, да? Или сюда? Сюда, наверное. Так, так, нет. Тролля надо ставить сюда. Хотя... Тролля можно и сюда поставить. Давай. Погнали наших городских. Ты встаешь здесь. Ты, к сожалению, к моему, встаешь вот тут, да? Нет, вот здесь. Тут бьем. Шестерочку ловим, естественно. Шестерочку не ловим, да? Куда ты сюда пойдешь? Или вниз? А, ты же еще и наверх можешь пойти. Да, кстати, если бы сюда пошел, то было бы неприятно. Ну, здесь бьем с МБ, пробиваем, отлично. Убиваем, второй пошел. Второй не пошел, да? Ну и что мы здесь делаем? Сюда встанем? Или вот сюда? Сюда рывок. Я бы сюда вообще встал бы. Два рывка, сколько у меня? Три ролла. В принципе, нормально, наверное, стоит рискнуть. На первом же, но нет. Ладно, здесь он неплохо эту клетку занял, в принципе, да? То есть у него будут проблемы теперь. Так бы он в тролля нашел бы кубы. Так будет сложнее. Здесь тебе сколько надо ассистов? 4 ассиста тебе надо. Довольно-таки много. Ну, смотрим. Будем бить. Ну, уворачиваться надо. Конечно, 2 плюс на ворота. Каждый ворот как рывок. Я вот сейчас не смог совершить 2 рывка, да? Соответственно, вот он сейчас должен 2 раза не смочь увернуться. Все-таки сюда он пойдет опять. Да, в тролля он не идет. Тут какие-то теоретически, если... Но он мог в тролля в красный попробовать кинуть, тогда у него... Был бы один куб. Ну, если валил. В меченосца, но это такое себе. Наверное, все-таки лучше опять вот этого пиздюка. Да, поставить, помарчить меченосца. Ты посмотри, он реролит прям вообще как не в себя. Ну, я здесь бью. А, ты сюда... Можешь уйти. В любом случае, здесь удар. В красные кубы, да? Даже не знаю, стоит ли падать. Наверное, да. Теперь главное, чтобы тролль поднялся, да? Самый главный вопрос у меня сейчас будет к троллю. Отлично. Тролль встал. Тогда здесь раскидываем ребят. В первую очередь. Второй пошел. Я говорю, что второй пошел.
Дальше здесь надо подумать, естественно. Блиц вот такой я хочу сделать. Так я не имею права бить. Так я тоже не имею права бить. Я могу бить только вот с этой клетки. Давай, погнали. Пятерочка, да? Но пятерочка мы не валим. Куда ты встанешь? Расскажи мне. Сюда встаешь? Ну хорошо, стой. Тогда я встану здесь таким образом. Здесь бьем. 1-2, да? Второй пошел. Нокаут, спасибо. Нокаут, это приятно, да? Давай тут перекроем чувака. И вот здесь бы тоже оттолкнуть товарища, да? Чтобы он глупости никакие не делал там. Грязь. Вот под этих ребят, пускай вот он, они с ним тут тройничок устроят, да, темную ему. Ну и получается все, стоим, улыбаемся и машем. Хотя, возможно, лучше бы здесь было на эту клетку встать. Теоретически. Что он может? Здесь у тебя от тролля минус к силе, да? То есть здесь у тебя красные. У тебя вообще любой удар в красные кубы. В тролля тебе сколько надо? Тебе надо 3 ассиста. Ты можешь получить 2. То есть, грубо говоря, ты можешь в один куб зарядить. Поймать блок, да, то есть, и все на этом. И загрустить. Хорошо, теперь у тебя здесь 2 куба могут быть. Вот если даешь ассист. Но тебе это не помогает, потому что... А, ты вот так можешь, да, то есть... Слушай, а зачем ты подошел? У тебя был блиц в мяч. А так я тебя выбиваю, ухожу налево. Странное решение. Он же мог блицануть в мяч. Ты будешь блицевать в воина, что ли? Но воина у тебя один куб только. Один, отлично. Последний рерол потратил. Сколько? Ну, ему выбить 2-3 игрока, можно гол забить тогда. Ну, или, блин, не рисковать. Все-таки как-то чуть-чуть я ссу, скажу честно. Угу. Что ты сделал? А, у тебя все равно есть удар в мяч, да? Красные. Но у тебя уже игроков нету, чтобы подобрать этот мяч. Ну ты красавчик, конечно, уважение. На, получи за лицо, по лицу за это. Ну что, второй пошел или нет, как вы думаете? Второй пошел. Нахер, правда. Так, у нас тут 3 куба случайно нету. Ой-ой-ой. Что мы можем сделать? Можем освободить. Где мы можем клетку построить красивую? Ты докуда добегаешь? До этой точки? То есть здесь вот, да? Где-то 4. Давай строим. Вот напротив большого пятна, да? Ты
Можешь здесь добежать, ты сможешь тут добежать. Ты добегаешь сюда, все правильно, давай. В первую очередь меченосцы, да, а уже остальное все потом. Так, и тебя, да? Что с тобой мы будем делать? Станем сюда, чтобы освободить еще двух игроков. Звучит как план. И у нас что получается? Второй пошел. Пятерочка, да? Давай. Подходим, естественно. Но... Тут встаем. Здесь у нас будет удар. Второй пошел. Хорошо. Еще и серьезная травма. Неплохо. Трать аптечку. Сейчас смерти пойдут. Не потратил, да? Так, здесь мы... Куда? Мы возвращаемся. Хотелось бы сюда встать. Опасно. Но надо, да? У нас один рерол. Если что, если падаем, значит падаем. Не упали, замечательно. И здесь вот, когда у нас есть удар. И третий тоже. Правильно, ты понял? Пошел. Все нормально. Жалко, тролль не встал, да? Тролль бы двух помарчил бы самых бесючих игрока. Но у нас здесь три воина, да? То есть... В принципе, должны справиться. Нас уже вроде даже больше стало, да? Сколько я минус 4 ему сделал, то есть грубо говоря минус 3, а он мне минус 1. Да, я в плюс 2 играю. You know, this reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Oh yeah, now that was a weapon of mass reconstruction. Бедного козла, да, опять пойдешь, небось. Здесь он просто встал, да, под удар. То есть смотри, я могу здесь ударить. Неплохо, неплохо. Блок. А, нет, смотри, оттолкнул все-таки, да? Какие у нас тут варианты есть? В один куб, смотри, как профессионально кидает. Подъем. Что у нас тролль может? Тролль ничего не может. Вначале, что у тебя есть? Есть, да? То есть тебя оттолкнем. Я хочу вот сюда тролля поставить. Потому что козлом мы убегаем, да, соответственно. Так, замечательно. Здесь подходим. Сбился. Третий, да, вроде пошел.
Да, третий пошел. Нахер причем. Стройным шагом. Кем мы блицуем, вопрос? Как будто бы тобой, да? Но не факт, на самом деле. Можно вот так блицануть. Скорее всего, вот сюда пойдешь, да? Мы здесь закроемся этим воином, а этим козлом встанем на эту точку. 5-5. Когда уже шестерка выпадет? Сюда. Ну, в принципе, как я и думал, да? То есть тут мы подходим, встаем здесь воином с блоком. Тут встаем так. А вас, говнюков, закрываем. Таким образом. Звучит как план. А без рывка можно? Без рывка можно. Но здесь есть нюанс, да? Ну, хотя, с другой стороны, я тебя помарчу, да? То есть ты бьешь. Ну, допустим, ты ударил, да? Это уже минус 2 игрока. Что ты можешь сделать? Ты можешь 1, 2, 3, 4 там. Ну, 2 ассиста сюда дать, ударить, да, повалить. Ну и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, очень сложно, мне кажется, это будет изобразить. Давай, наверное, вот так все-таки я встану. Тролля сейчас подведем. 1, 2, 3, 4, да. Сколько у него игроков? 1, 2, 3, 4, 5, 7 игроков. Ну да, вот он первого игрока поднял, никуда не подвинул. А если бы я встал сюда, еще не факт, что встал бы, да, с учетом одного рерола, были бы проблемы. Поэтому лучше более сейфово сыграть. У него реролов нету. Любая ошибка, это, ну, это почти гарантированно, я забиваю. Еще из хороших новостей. Хотя ему реролы и не нужны для авантюрна, да? У него вот встроенный рерол на ловлю. Вот этого надо чувака убивать. Пас. Да, вот его надо убивать обязательно, бросающего. Как это сделать, непонятно. Ну да, он более надежно играет. А второго этого ставит шаг в сторону, да, сайдстеппера. Дабы как-то сместиться или вперед пройти. Клонился говнюк, да, единичку прокинул. А нет, не прокинул, 5. Почему был звук, как будто бы он уклонился. Странное решение на самом деле. Ну смотри, бью тебя здесь, да? Валю, допустим. И сюда еще встанешь, нет? Уклонение, да? Вот этого товарища надо убивать, кстати.
Давай, вот главное, чтобы ты дошел. Спасибо. Тогда тебя ставим сюда. Начинаем веселье, да, получается? Первый, ну точнее не первый, четвертый пошел. Наконец-то пробой, да, заработал. Дальше. Дальше. Уклонение. О, тут не заметил тебя. Ты тут откуда взялся еще? Рывок, да, надо делать. Мне игроков тогда не хватает немножко. Ну ладно, встаем так. Ты же сможешь вот отсюда ударить? Да, сможешь. Встаем здесь таким образом. А, ты же еще и сюда можешь пролезть. Конечно, подставил нас конкретно. Ладно, давай, поехали, посмотрим, куда он будет, какую точку уклоняться, и уже от этого отталкиваться. В идеале наверх, наверное, меня больше устроит. Это не сайдстеппер был, да? А, ну тогда вообще нормальная тема. Здесь сюда ударим. Один, два. Повалили. Здесь тебя мы в три куба нахер выталкиваем, шестерку ловим. Это у нас получается пятый, да, пошел? И здесь фалим 72%. На тебе. 1-3 по лицу получил. И тут еще повалили. Замечательно. Ну, что у него в красные? Нет, он может не в красный, да, ударить, получается. Потому что тролль, да, не дошел. Здесь должен был стоять Сэм, но, к сожалению, у нас тут товарищ затупил. Есть удар у него вот сюда, да, но для этого надо ему поставить кого-то на эту клетку и сюда. Будет пытаться влетать, что ли? Мне ход, да, остался, а я вообще добегаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да, не добегаю. Мне надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Не, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне надо на эту клетку вставать. На лицо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Надо вставать на лицо. Очень плохо, что тут я не зафалил. Да, 72% на секунду был, чтобы я его оглушил. Но, как оказалось, 72% маловато.
What was your favorite moment as a Blood Bowl player, Bob? Oh, well, it has to be scoring my first touchdown, Jim. You see, I just ripped the head off this kid who gave me score. Да, вот он закрыл раз. Сейчас закрывает здесь, да? И, грубо говоря, 30% на выбивание у него будет. Ну, естественно, пятерка, блядская. Естественно, пробой. Он сейчас еще его и подберет. Ну что у нас тут? С чего мы начинаем наш КВН? Три долбоеба, которые не дают мне ничего сделать. Сайдстепперы. У меня последний ход. А у него еще будет, он еще может меня забить, кстати. Ну что, два куба, три никак, да, мы не можем организовать? Ну, теоретически можем, да? Если здесь повалим. Что у нас еще два, да, куба, надо вот здесь бить. Is the assist gonna be enough to come out on top? Ну, я могу только сказать, что это ёбаный Blood Bowl. Только один у меня добегает. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Так, что у нас? Как это расширить? Да, вот он бьет, отталкивает, все. Он тут повалит 100%. Это гадалки не ходи. И все, никто в меня не добегает больше. Oh dear, I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely speak, let alone write. Он решил мяч подбирать. Решил продать игрока. Непонятно, конечно, зачем. А, чтоб трех кубов не было. Сюда, да?
those teeth, Jim. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds' time. Я посмотрел, никаких проталкиваний нету, так что просто бьем. Если он сюда не пойдет, то у меня 3 куба будет. Да, поэтому он и идет сюда, лезет, да? 1 куб, да? Плицевать, куда мы будем, вопрос. Наверное, в тебя, да? У нас Fallout растерян. Шестерочку поймали. Еще одна шестерочка. Кого-нибудь убить бы хотелось. All I can think of is splat. У него все нулевые, да, вот кроме этого товарища. Тут 2 рывка делать не хочется. Нулевого ему ушатать тоже смысла нет. Тут у тебя что? 1 стоп-то? Серьезной травмой, да? Блицера вот этого. Ну, блин, до блицера добежать надо еще. Ну, погнали, чё. Сколько? 5. Заклинило, да, походу, Bloodball? Или нет? Странный писк. Ну, не везет нам что-то последнее время с ловкачами. Так что... надо поддержать лайкосом, комментарием и... подписки, так что все, всем спасибо и до скорых встреч. Мне дали поражение за тот вылет. Охуенная игра.